Итак, что же, всем привет, с вами я, Сэвиша, и что же, сегодня я решил снять видеообзорчик на мой скетчбук, который я закончила буквально вчера. Значит, начну я с этой страницы, точнее, с следующей. Я думаю, вы узнали этого персонажа. Я его рисовала. Кончила, потому что мне лень заканчивать. Ну, вот, в принципе, вот так вот у меня вышло. Видите, здесь не закрашено ожерелье, и фон не сделан. Начну я, пожалуй, отсюда, потому что здесь уже отсюда никто ничего не видел. Мне было скучно, нечего делать. Я нарисовала такого бронефаната, что ли. Сделала фон маркером. Я не знаю, у меня далеко лежит, я не могу вам показать. Ну, такой Эрик Краус, вы наверняка знаете, видите такие. Здесь различные надписи. Это должна была быть аватарка моего канала, но я ее не закончила, потому что не лень. Моя новая пони, которую я придумала, но не дорисовала. Это японика, и я не факт, что дорисую, но вот она так выглядит. У меня было плохое настроение, и я нарисовала что-то типа такого. Не знаю. Демон, не демон. Но неважно. Хотела сделать фон вот таким цветом, но мне было не закрашивать все, и я просто забросила. Не знаю, называйте как хотите. Можете называть как хотите, Сиель, Мишель, неважно, но в принципе я рисовала Сиель, но мне не понравился этот глаз, как у меня получился, и я просто сделала его черным. То, что все-таки как бы я фанат этого аниме. Бипер, то есть это как бы дипер, в котором сидел Сабил. Следующий это мой любимый шиперинг двух моих персонажей по манге. Ксимирон и Барико. Здесь я писала что-то на японском, но я не помню, что именно. Это такие получибики. Здесь неправильно покрашены цвета. Здесь синие брюки и красные кеды, а должны быть черные брюки и синие кеды. Да, я сделала неправильно. Это я рисовала. Тоже что-то рисовала. Типа аватарки должно было быть, но я не сделала. Здесь я сидела на уроке биологии. Мне было нечего делать. Я срисовывала вот эти глазки. И потом я нарисовала вот эту улыбку, которая мне очень нравится. Мне нравится, как здесь не получилось лести, а вот у Луна получилось не очень. Да, это типа... Луна становится Nightmare Moon, и Селестия печаль, все такое произошло. Это Эшли Дейк. Нарисовала очень давно. Очень давно. Мне кажется, месяцев 5 назад. Тоже я рисовала давно. Очень давно. Я не знаю, почему у меня эти рисунки лежат так далеко. Ой, у меня рука уже заболела. Здесь я рисовала свою осму в детстве и Балика в детстве, но она у меня получилась неплохо, а вот он вышел ужасно. Хотя ключи мне здесь нравятся. Здесь я хотела нарисовать Билла и Диппера. Скорее всего, это был Диппер, а это был Билл, но я не закончила, потому что мне был лень. Это я рисовала на уроке биологии еще в прошлой четверти, можно сказать, уже в прошлом году, потому что сейчас уже год так кончился, и у меня опять автофокус настроился. Ну, я не закончила, мне был лень. Надпись Билл. Здесь должно быть такой синий огонь, я его доделала. И сам Билл. Все, кстати, рисунок нравится, все от него офигеют. Кстати, елочка, да, елочка. Елочка новогоднего настроения. Малика, да, тоже. Как бы сделан в динамике, и здесь очень хорошо получилась тень у штанов и у этой футболки. И, кстати, здесь написано Бурузамико, потому что его полное имя Бальзамико, а я пишу Балику. И тем более, как это звучит круче. Это Принцесса Кайденс, мужская версия. Тоже на японском, я назвала его Купидон. Здесь я скетчила своих персонажей. Это Мишель, который не удался. Это Ника, ангел или что-то типа такого. И это типа его слуга, который с такими ушками финиста. Мне он нравится. Эта страничка просто покрашенная маркерами. И сверху наклеены вот такие вот фантики фрутеллы. Я покупаю их в школе и специально заклеиваю эту страничку вот такими фрутеляшками, не знаю, как назвать. Рисовала Себастьяна. Не закончила эту руку, потому что мне не понравилось, как здесь легла краска. И, может быть, я закончу, потому что сейчас мне эта рисунок нравится. Нашла в интернете поняшу. По-моему, это была пони СТС. Да, может, найдете в интернете, увидите такую. Я решила немножко ее переделать. Хотела сделать пони, которая телеведущая. Но в результате у меня получилось пони по расцветку
которая напоминает Скуби-Ду. Я не помню, как ее зовут. Шеги. Ой, нет. Не знаю, я давно не смотрела вообще. Чем? Зарисовочки. Вот из моей манги главной четверю. Мишель, Чибасу, Балику и Ксимирон. Да, но здесь еще не закончено. И здесь что-то написано, да. Адский ангел. Название. Я б курилась и нарисовала Греля в миде. Точнее, Балика в виде Греля. Я б курилась. Билл незаконченный, тоже мне не понравился. Долго моя аватарка. Зимняя версия Байко, как его называют. Учился рисовать аниме. Какой-то персонаж, я не помню какой. Это просто быстрый кетч. Нарисовал ее за 5 минут, и мне понравилось, как здесь получилось. И эту страницу я закрасила на биологии, потому что мне так понравилось. Не знаю, сейчас попробую приблизить. Вот это мне не очень лицо понравилось, а вот это мне нравится лицо. И здесь написано, типа... Серьезно, ты в великах? Я обиделся, поясни. Этот рисунок мне нравится, и поэтому я его не заканчиваю, потому что не хочу запороть. Я думаю, вы узнали, это Глориоса в виде пони. Мне очень нравится. Я ее не срисовывала вообще ниоткуда, просто решила зарисовать. Себиша, да, я ее рисовала, вы, наверное, помните. Ну, вот такая у меня получилась. Тоже скетчик Себиши. Это трейд для Лизы Матвеевой у меня был. Вот я уже ей отправила. Это я рисовала себе. Да. Мне, кстати, нравится. Я очень похожа здесь вышла. Очень даже похожа. Это мой любимый учитель. Шикарный учитель. Сергей Сергеевич. Это вы. Да. Это мой учитель информатики, который очень классный человек. Балику тоже. С кольцом. Здесь я наконец-то ему нарисовала кольцо. Да, те, кто не знает, у него есть кольцо. И я запорол глаз, и поэтому делаю ему повязку. Гениально. Грель в виде пони. Тоже незаконченный. Хотя мне нравится. О, и здесь я опять пробовала рисовать эту, как ее, японику, но не закончила. И это рисунок я рисовала на биологии, это, ой, на информатике. Ой, не загибающая, короче, какая-то типа такая, честно, тоже. Я иногда рисую такую наркоманистую. Скетчик главного злодея, да, может, здесь прочитать. Какая-то поняшка рандомная. Адский ангел. Да, кстати, это и есть официальный аватарка моего. Ой, я забыла твое имя, но это скетчик твоего заказика. Ято незаконченный, потому что мне не понравилось, как он получился. Рарити, который я рисовала на биологии. И кинжал, который тоже рисовала на биологии. Милая сцена, где придется как бы характер всех моих главных трех персонажей. Типа, вообще пофигу на то, что он лежит на полу, загребает себе побольше, пытается отгрести себе побольше, но получается захватывает маленький кусочек от всего этого. Скетчик Себиши тоже рисовала на биологии, на информатике полностью. Ну, вы понимаете, на каких уроках я рисую. Это ФБК. Да, конкурс не доделала еще. Это панификация Мишеля. Мне очень нравится, как у него здесь вот это получилось. Голова. Так, это я рисовала совсем недавно. Точнее, буквально вчера. Да. Это Балику и Ксемерон, который обнимает. Он обнимает Балику. Вот типа такой тот. Боже, помогите мне. И здесь я пыталась рисовать что-то какое-то типа... агрессию в нем, но у меня вышло что-то примерно такое. Да. Раз, два, и все, он уже кончился. И всем спасибо за просмотр, ставьте мне лайки, не судите строго, потому что я делаю лишь для вас это все. Всем спасибо за просмотр, с вами была я, Себиша, всем пока-пока.